Кызылорде в эти минуты проходит мероприятие в формате «Печь-куча». Там сейчас находится моя коллега Лимара Иргайбаева. Я передаю ей слово. Лимара, что означает «Печь-куча»? Добрый вечер, студия. Да, действительно, на первый взгляд немного непонятное слово. Печь-куча с японского переводится как разговор. Проходит он в формате 20-20, 20 слайдов за 20 секунд. То есть спикер за 6 минут 40 секунд должен в 20 слайдах изложить полностью суть своего проекта. Основная цель печь-кучи – ознакомление с возможностями новых технологий, с новостями и новыми идеями в сфере IT вот в таком вот необычном формате. Спросим у организаторов, сколько проектов будет презентовано сегодня. Сабит и Бадулала, здравствуйте. Расскажите о спикерах и какие актуальные темы были предложены. Да, на сегодняшний день вот с республиканского значения города Алматы и с Чимкента приехали вот спикеры. И по Кызылординской области молодежь направляет сейчас новые тренды IT-технологии именно в искусственном интеллекте. Как они работают, какие проблемы встречаются вообще в своей работе и как этим проблемам решать эти проблемы своевременно. Вот. Например, сейчас на данный момент один из мощных спикеров — это Айбулат Кулатай, это автор Apple Battle. Да, он очень известен среди молодежи, тем более в социальных сетях он всегда активен. Вот, поэтому сейчас вот ребята собрались тут, мы рассчитывали на 100 человек, а здесь уже больше 200 человек сейчас на данный момент участвуют. И ребята очень заинтересованы, наши студенты и ученики, конечно. А вот расскажите вот немного о печи-куче, вот с какого года проводится у нас в городе и цель вот таких мероприятий? А вообще печь-куча с 2019 года в Кызылорде начался, и именно здесь, именно в этом ресторане, свободный формат. Ребята приходят и могут работать дальше с этими спикерами, спокойно в дальнейшем свои проекты, идеи с ними отрабатывать и дальше уже реализовывать свои стартапы. И это из одних мероприятий, которые на данный момент очень мощно влияют для наших молодежи. Спасибо вам большое. Как сказал наш спикер, сегодня здесь участвуют не только местные, но и приезжие. Один из них — это Айболат Кулатай, автор приложения Apple Battle. Это интеллектуальная мобильная игра. Айболат, здравствуйте, с приездом. Очень рады вас видеть. Расскажите, пожалуйста, вот немного о своем проекте и что вы сегодня хотели донести до аудитории? Спасибо за приглашение. Я в Кызылорде не первый раз. До этого выступал несколько раз на разные темы. И вижу, что ежегодно уровень проектов растет. И в этот раз я выбрал, так как формат он очень короткий, печь-куча, выбрал именно формат, тему, которая называется Jobs to be done. Это методология исследования поведенческих паттернов в продукте, то есть когда люди пользуются, они как-то ведут себя. То есть делаем демографические исследования, психологические и так далее. То есть это исследование помогает продуктам расти, выйти на новый уровень. То есть стартапам из Кызылорды это будет очень полезно. Поделюсь именно с теорией и с практикой также. А вот расскажите вот про вашу интеллектуальную игру. Да, мы развиваем уже год интеллектуальную игру под названием Apple Battle. Это мобильная интеллектуальная игра на основе батлов, где пользователи соревнуются между собой, отвечая на вопросы. Феномен уже он в начале уже был заметен, что за первые 3 месяца мы обогнали мировых лидеров, как Roblox, Garena, Subway. Феномен именно в гейм-индустрии, что за год скачало более 600 тысяч казахоязычной аудитории и сыграно было 30 миллионов игр. И текущая наша цель — это выйти на международный масштаб, чтобы миссия заключается в том, чтобы через знания объединять нации, страны и так далее. И сейчас в обществе такие обсуждения, что очень много лудоманов, кто ставят ставки и так далее. Да, в этом плане мы хотим донести до аудитории, что через знания можно выигрывать небольшие призы. Там есть те, кто регионов съездили уже в Дубай, кто гаджеты получили. И сама концепция на вирусы, то есть играя, мы чему-то учимся. Здесь вопросы не только образовательные, и интертеймент и так далее.
То есть это что-то новое для нашего рынка, так скажем. Это очень замечательно. Спасибо вам большое и успехов вам. Спасибо большое. Сегодня в целом будет представлено 7 проектов. Аудитория довольна. Студия, у меня все. Спасибо, Лимара.